Выбирая новый планшет, покупатель часто хочет получить не просто устройство для просмотра фильмов и чтения книг, а универсальный помощник с возможностью всегда иметь доступ к интернету и совершать звонки. Сегодня мы познакомимся с Impression InPad 9314, планшетом в металлическом корпусе с модулем 3G. Impression InPad 9314 поставляется в симпатичной картонной коробке вместе с зарядным устройством на 2 ампера, кабелями USB OTG и документацией. Сам планшет имеет вполне традиционный дизайн. Над экраном собраны разговорный динамик, датчики и камера. Справа находятся клавиши включения и регулировки громкости, единственный микрофон снизу, а разъемы для подключения кабеля и гарнитуры разместились сверху. Спинка отделана листом алюминия, приятно холодящим руку. В нижней части есть два динамика, сверху основная камера. Под маленькой пластиковой крышкой спрятаны слоты для микросим и карты памяти. Сборка планшета на нормальном уровне. Все детали достаточно туго подогнаны друг к другу, а металлическая спинка обеспечивает жесткость конструкции. Физические кнопки ощутимо выступают, поэтому ими удобно пользоваться даже вслепую. Рамки вокруг экрана небольшой ширины, поэтому планшет получился относительно компактным, а вес в 330 грамм позволяет без проблем удерживать его одной рукой. В Impression InPad 9314 установлен 8-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280 на 800 точек. Яркость дисплея изменяется от 38 до 236 кандал на метр квадратный. Минимальное значение будет слегка избыточным для долгого чтения в темноте. Традиционно для IPS-матриц углы обзора максимальны, но картинке немного не хватает насыщенности цветов. Приятным бонусом можно считать защитную пленку, которая наклеена на экран прямо из коробки. Планшет построен на базе 4-ядерного Mediatek MT8382. С 1 гигабайтом оперативной памяти, 8 гигабайтами встроенной, плюс слот для карт памяти. С одной стороны, по современным меркам железо довольно скромное, и результаты в бенчмарках не поражают воображение большими цифрами. А с другой, этого вполне достаточно для нормальной работы интерфейса, серфинга в интернете, просмотра видео или игр уровня Asphalt 8. Операционная система Android 4.4 KitKat с полностью стандартным интерфейсом. Привычный набор коммуникационных модулей из Wi-Fi и Bluetooth дополняет аппаратный GPS с нормальной чувствительностью и модуль 3G. Который можно использовать не только для передачи данных, но и для голосовых звонков. Конечно, разговаривать по планшету непривычно, хотя при необходимости вполне возможно. Расположенные сзади динамики не дают заметного стереоэффекта. У них средняя громкость и качество, достаточное для игр или просмотра сериалов, но музыку лучше все-таки слушать в наушниках. От встроенной батареи на 3800 мАч планшет работает около 6 часов в режиме воспроизведения видео или от суток до 3, в зависимости от режима использования. Impression InPad 9314 получил две камеры, основную на 2 мегапикселя и фронтальную на 0,3 мегапикселя. Качество камер не преподносит никаких сюрпризов, но при необходимости их разрешения хватит для общения в Skype или фотографии текста. В итоге Impression InPad 9314 можно назвать универсальной рабочей лошадкой для тех, кто за относительно небольшие деньги ищет планшет в качественном корпусе с нормальным экраном, достаточной производительностью и обращает внимание на наличие GPS и 3G. Спасибо, что смотрели нас, подписывайтесь на наш канал и не забывайте оставлять комментарии.